Белоруссия захотела покупать российский газ дешевле всех. Белоруссия рассчитывает договориться с Россией о цене на газ, максимально приближенной к той, которая установлена на внутрироссийском рынке. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление вице-премьера Белоруссии Владимира Семашко. Минск планирует до 1 июля 2019 года договориться с Москвой о формуле цены на газ на период с 2020 по 2023 год. Задача стоит в том, что мы должны прийти на границы Белоруссии и России, прим, ленты.ру, к близким ценам на газ. Ради этого мы шли в Евразийский экономический союз, пояснил белорусский вице-премьер. В настоящее время цена на газ для Белоруссии рассчитывается по формуле с учетом цены для Ямало-Ненецкого автономного округа. Соглашение распространяется на 2018-2019 годы. Минск, в целом эта формула устраивает, но ее надо оптимизировать, считает Семашко. По его словам, переговоры по вопросу цены на газ будут возобновлены после того, как в России сформируют новое правительство. В белорусском правительстве считают, что смогут договориться с новыми коллегами из России. Средняя экспортная цена «Газпрома» в 2017 году составила $190 за 1000 кубических метров. Заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев полагает, что в 2018 году средняя цена на поставки «Газпромом» газа в страны бывшего Советского Союза составит порядка $162 за 1000 кубометров. Россия и Белоруссия в 2017 году после нефтегазового конфликта согласовали фиксированную цену на газ на 2018-2019 годы. Она составила $129 и $127 за 1000 кубометров газа соответственно. Конфликт возник в 2016 году. Минск хотел платить $73 за 1000 кубометров вместо $132. Из-за недоплаты за поставленный газ Москва сократила поставки беспошлинной нефти в республику. Больше важных новостей в TELEGREM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в «Мою ленту», новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок к объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.